Региональный оператор «Севера» придумал, как использовать старые пластиковые карты. Из отработанных кредиток уже делают медиаторы для игры на гитаре. Теперь оператор «Севера» изготавливает и светоотражающие фликеры. При этом учит этому детей. Акцию назвали «Просто и полезно». Мастер-класс по изготовлению светоотражателей прошел в летнем лагере «Наши дети» в университете. Экопросветители рассказали ребятам о полезных экологических привычках, а автоинспектор ГИБДД – о правилах дорожного движения и о том, как фликеры могут спасти в темное время суток. За 20 минут мастер-класса каждый сделал себе светоотражающий элемент и повесил его на рюкзак.